Привет всем, вы на канале Milky Way. Меня зовут Маша. Меня зовут Настя. Сегодня мы будем снимать видео в ванной. И для этого мы сегодня будем проводить эксперимент. Для этого нам понадобится какая-то баночка. Она еще новая, но мы попробовали, здесь невкусная какая-то билиберда. Мы ее взяли в магазине. И мы ее выливаем. Давай, я сейчас буду мокрый не делать. Короче, мы ее купили в магазине. Вот пустая баночка. Я все выливаю. Понятная звезда. Да. Сейчас извините, что я до вас развернулась. Нам понадобится, кроме баночки, сода. И уксус. И уксус. Самый обычный уксус, какой у вас только есть. И сейчас мы будем проводить эксперимент. Сейчас мы в нашу бутылочку, баночку, насыпем уксус. Не спрашивайте, почему я жду рукой. Сейчас я подготовлю нашу баночку. Ладно, я уксус налью. Держи, насыпай соду. А, ты не насыпала еще соду? Да, она не насыпала. Сейчас мы вот эту баночку поставим. Я пойду до класса вам насыпать соды. И я помню, я ее почти насыпала. Смотрите. И учитесь. Нет, хочу вам еще. Сейчас. Пример даже такой. Залазь. Нет. Потом надо будет все убрать. Ну, сейчас... Давай лучше над ванной. Да, Настя, возьми камеру. Короче. Сейчас будет... Раз. Два. Поближе к ванной. Без эффекта, но не больше. Давайте еще раз сюда досыпем и уксусом зальем. Да, но только я уже хочу это сделать так, чтобы оно не вылилось. Я хочу его еще побултыхать немножко. Сейчас Настя засыпет. О, шипит. Вообще, правда, надо насыпать на один уксус, а потом все это досыпать. Давай. Какая разница? Буду попробовать. Я попробую надеть. Кир, ты держи камеру, а я попробую надеть. Нет. Бери камеру. Ну, ты просто уже делай, пожалуйста. Вот, она надо. Вот, мы сейчас дольем немножко уксуса. Давайте будем смотреть в самых близких подробностях. Я почти налила. Оно там сидит, кто слышит. Но я еще хочу успеть попробовать закрыть. Я практически успела, можно сказать. Или уже потекло. Да. В этот раз немножко не удалось. Я сейчас его захочу. Тут у нас есть такая пшеналка. Угу. Я его потрясу. А я просто так все залезу. О, капец, она льется через верх, смотрите. Ого, с ним что-то такое происходит. Смотрите, я еще раз трясу. Давай сделаем вот так. В уксусе все. Да. Давайте еще раз попробуем, что ли. Так, пока ты терпишь. Ого, такой пшик был. Да, только теперь ты будешь держать камеру, а я... Ай, блин, уксус глаз попал. Настя.
аккуратно. О, кидаем. Так, а сейчас сделаем вот так. Подожди, не начинай, я буду сейчас сломать здесь, поправлю, чтобы было чисто. А я, как всегда, на мусоре. Да, помой ручки. Подожди, возьми камеру. Так, подождите, сейчас Настя будет наливать и, как всегда, не закроет его. Я не хочу закрыть, чтобы фонтанчик был. Не надо закрывать, пусть будет фонтан. Еще. Не закрывай. Это же фонтанчик будет. Ну, глянь, сколько осталось. О! Давайте потрясем, что ли. А на руке жжет, то что сейчас потрясем. Потрясем. Вот там сода вторая не будет. Все. Настя сейчас выливает наш раствор. И все, пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в наших новых видео за эти все каникулы. И все, пока-пока, до новых встреч!